Пробы отбираются на микробиологические, в том числе и патогенную микрофлору, показатели, на химические показатели, которые характеризуют органическое и неорганическое загрязнение воды. Для людей необходимо понимать, что в первую очередь надо пользоваться только вот такими официальными купелями, где мы имеем не только благоустройство, но там будут дежурить спасатели и медики. Вода приятная, прохладная, как и должно быть на крещении. Обследовали дно купелей на наличие острых предметов, острых углов, подготовленность к купальщикам. Ничего обнаружено опасного не было. Разрешаем купаться. Давай я хочу, беру на хер. Не хлопот купаться? Нет. Почему? Потому что с верой это все делаем. Тем более, когда я искупался. Вот сейчас, в данный момент, очень тепло. Как и всем, я думаю. Крещение. Крещенские морозы, они все такие. Они согревают такими. Поначалу так вот бодро, а потом согревают. Вот сейчас уже вообще не холодно. Вообще даже не обдувает. Так что все хорошо. Отлично, отлично. Первый раз в жизни попробовала, супер. Вот. Я не знаю, я первый раз решила искупаться. Я собиралась, приходила к этому 8 лет. Хотела, но вот все-таки я решилась это сделать. У меня это получилось.